Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город», программа «7 минут», и в гостях у нас сегодня главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС России по Рязанской области Станислав Петрович Егинов. Здравствуйте, Станислав Здравствуйте. Петрович. Скажите, пожалуйста, вот уже почти завершился 2013 год, и можно ли уже сейчас подвести предварительные итоги гибели людей на воде? Да, мы сейчас уже можем сказать, что есть у нас небольшая динамика по гибели людей на водных объектах. Она, хотя и небольшая, в разницу на данный момент 4 человека. В прошлом году погибло у нас на водоемах 50 человек, в этом году 46. Угу. А вот в каких районах и на каких водоемах это произошло? Ну, в основном у нас большая часть гибели происходит в летний период. Это в купании в необорудованных и не предназначенных для купания местах. И практически около 90% гибели происходит в состоянии алкогольного опьянения. Но у нас, так сказать, передовики в кавычках – это Рязанский район, это город Рязань. Это вот большее число из погибших относится к этим вот муниципальным образованиям. К сожалению, очень многие, особенно вот сейчас, когда наступает зимний период, когда еще лед недостаточно крепок для того, чтобы можно было безопасно на нем находиться. Это касается любителей лова, рыбы, это касается любителей покататься на коньках. Мы неоднократно и во время патрулирования инспекторами по маломерным судам, то есть, как правило, мы усиленные патрулирования проводим по субботам и воскресеньям, в ходе которых на водоемах, где традиционные места лова рыбы, где люди катаются на коньках, проводим патрулирование, во время которых проводим разъяснительную беседу, раздаем листовки, рассказываем людям о мерах безопасного нахождения на льду, о тех мерах, которые необходимо применить в случае, если произошел несчастный случай, человек упал, ушел под лед, упал в полынью. То есть меры принимаются? Да, мы постоянно проводим профилактические мероприятия. И вот сейчас уже летний период давно прошел, да? Вот в зимний период что конкретно угрожает? Ну, в зимний период сейчас это на водоемах еще недостаточно окрепший лед. То есть водоемы в зависимости от того, где он расположен, есть ли там родники, проточный он или нет. То есть в зависимости от особенностей водоема, толщина льда сейчас уже на сегодняшний день где-то от 3-4 до 7-10 сантиметров. Но считается по статистике 7 сантиметров – это достаточно безопасный лед для одного человека. Но опять же, среднестатистически это вес там 80 килограмм. То есть все здесь относительно. Необходимо людям самим определять, насколько этот лед безопасен. А для этого необходимо, когда выходишь на лед, значит, не ногой простукивать и определять прочность этого льда, а брать палку. Ну, у рыбаков называется пешня. Ну, хотя бы палку, с помощью которой можно перед собой простукивать лед. Во-первых, для того, чтобы не попасть в лунку, которую мог пробить предыдущий рыбак, да, для того, чтобы не попасть в полынью. И по звуку льда, он должен быть звонким, и цвет, естественно, светлых тонов, то есть не серый, не темный. Это уже дает гарантию того, что, в общем-то, лед достаточно безопасен. Но хочу сказать, что в любом случае водоем он является небезопасным. Поэтому при соблюдении определенных мер предосторожности, правил поведения, то есть если рыбак встал на одном месте, не рекомендуется от 2 квадратных метра, где он находится, очень много лунок, сверлить, потому что все это ослабит лед, и он может провалиться. Вот. Мы также рекомендуем, когда рыбаки выходят на лед, чтобы они не в одиночку ходили, а как минимум вдвоем. Почему? Потому что если человек попадает в воду, он находится в зимней одежде. Она моментально намокает, потому что я не думаю, что у всех рыбаков есть вот эти современные виды одежды, которые не намокают. Большая часть – это вот нормальная одежда. Она намокает и камнем тянет на дно. И даже подготовленному человеку практически выбраться одному с полыни очень сложно. Тем более, если лед будет ломаться, он еще тонкий. А все-таки, если вдруг такое случилось? А если все-таки такое случилось, значит, необходимо прежде всего скинуть верхнюю одежду с себя. Оговорюсь, вначале не паниковать.
То есть вот это самый основной признак, потому что если человек начинает нервничать, начинает паниковать, то все, уже он сам не выберется. Значит, сосредоточиться, сбросить верхнюю одежду к наиболее толстому льду, то есть который вот под напором не ломается, спиной, облокотиться локтями и ногами, помогая, упираясь в воду, типа как ластами. Люди, когда вот плавают, ногами, как ластами работают, вот только таким образом можно выбраться из полыни. Поэтому мы рекомендуем, когда идут на лед, чтобы вот они свои ящички, эти рыбацкие, обязательно брали веревку длиной там 10-15 метров с узлом на конце или петлей, для того, чтобы в случае, если такой случай произошел, они могли бросить и оказать помощь. И с помощью этого вытащить человека из воды. Потому что другими способами близко не подойдешь, то есть руку не подашь. Только вот что-то длинное или палку длинную, но палку нужно искать. А за это время, то есть мы знаем, что природа дала 10 минут только на то, чтобы можно было оживить человека после того, как он ушел под лед. А вот все-таки какая-то статистика есть, вот именно касаемо рыбалки, рыбаков? Ну, мы в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 835, мы ведем статистику гибели людей на водных объектах. Вот. И по нашей статистике, в общем-то, за прошлый и этот год со льда пока гибели не было. У нас была в осенне-зимний период, здесь совсем недавно два рыбака в Ермешинском районе утонули, да. А в начале года у нас в феврале месяце в Касимовском районе мальчик утонул. Они вдвоем попали под лед, но одного вытащили, а второго не успели вовремя вытащить. И человек, который вытаскивал, вот этих навыков оказания первой доброчебной помощи у него тоже не было. То есть был бы специалист, может быть, бы этот мальчик бы был оживлен. То есть одного вытащили, а другого вытащили, но уже поздно, он уже нахлебался, и откачать его не смогли. То есть это еще раз говорит о том, что сейчас наступает период, во-первых, вот эти перепады погодные, да, то плюс, то сегодня до плюса обещают, минус, много снега. Необходимо помнить, особенно родителям, те, у кого есть маленькие дети, да и, в общем-то, всем, у кого в семьях есть рыбаки, особенно любители зимней рыбалки, нужно помнить, что, выходя на лед, для того, чтобы вот этот отдых, на который они рассчитывают, не омрачился гибелью, соблюдать вот эти элементарные меры, о которых мы постоянно говорим. Ну и в окно, наверное, тоже нужно смотреть, да? Это однозначно. То есть изначально необходимо ориентироваться по погоде. И потом очень многие рыбаки вот просто туда выходят, хотя вот идет перепад давления, это понятно, что рыба клевать не будет, но вот все равно некоторые там сидят, то есть вот они не могут без этого. Но тут дело не в рыбе. Ну да, тут дело тут в отдыхе, да, да, удовольствие, и в общем-то можно понять это, но с другой стороны, по-любому, если не соблюсти вот эти элементарные правила, то, ну вот допустим, в прошлом году со льда не было, а позапрошлом были гибель. У нас здесь совсем недалеко, это на Аликановском озере, тоже местные жители увидели машину уже, которая более суток стояла, и никаких движений не было. Позвонили спасателям, спасатели пришли, нашли уже утонувшего, потому что он тоже пошел уже. Человек приехал, поставил машину, он поставил машину, пошел рыбачить. А нужно не забывать, что даже если основной лед, да, на водоеме, он достаточно безопасен, да, там, то есть от 7, как мы рекомендуем, и выше, то кусты, подводные родники, они все, течения, если там есть, они все ослабляют лед. И человек должен об этом помнить, что, в общем-то, все в его руках. А наших спасателей, ну, просто на каждый водоем, у нас около 3000 водоемов по Рязанской области, ну, нереально, просто физически мы это не успеваем. И необходимо людям тоже помнить, что, в общем-то, все в их руках. Мы сделаем все возможное, что от нас зависит, но мы можем просто не успеть. Ну что ж, спасибо вам огромное, Станислав Петрович. Нашим телезрителям напомню, что в эфире телеканал «Город», программа «7 минут». И в гостях у нас сегодня был Станислав Петрович Егинов, главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС России по Рязанской области. Увидимся.